Центральный парк отдыха пользуется большой популярностью у маленьких видновчан. Ведь в детском городке, как привыкли называть его жители, можно весело провести время. Именно здесь члены общественной палаты муниципалитета решили устроить праздник для детей с ограниченными возможностями. На мероприятие были приглашены ребята разных возрастов. Начиная от 9 месяцев. И самый старший – это Скворцов Валерий, ему 17 лет, но он колясочник, и тоже ребенок хочет праздника. Вот тоже приехал, даже просто посмотреть и порадоваться вместе с другими. Вот такой у нас разброс возраста. Дети могли бесплатно прокатиться на любых аттракционах столько, сколько им хотелось. Многие дети думают, что доброта – это только родительская, и все. И мой взгляд, что дети должны знать не только, что какие-то происходят там болезни и все прочее. Дети должны изначально понимать, что существует доброта, и подрастающее поколение, оно, мне кажется, это с детства, если поймет, он тоже будет непосредственно заниматься такими вещами. Это очень важно. Малышей особенно впечатлили вертолеты и яркий мини-паровозик. А 11-летнему Максиму больше всего понравилось на колесе обозрения. Мальчик признался, что высоты он совсем не испугался. Мне очень понравилось. Я готов сюда каждый день приходить. Спасибо. Спасибо большое всем, кто это сделал. Ребята не скрывали своих эмоций. По счастливым улыбкам на лицах было видно, что организаторы праздника угадали с местом его проведения. Мне очень нравится кататься на вертолетах, на колесе обозрения и на поезде. Благодарим всех спонсоров, которые нам оказали данное мероприятие. Большое спасибо Рячиной Наталье Алексеевне. Данные мероприятия, они нам очень нужны, они нам помогают, сплочают нас. И, конечно, это большое удовольствие детям. После развлекательной части маленьких гостей мероприятия ждали сладкие угощения. Традиционное летнее лакомство – мороженое и шоколадные конфеты. Еще одним сюрпризом стало посещение контактного зоопарка. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.